Ну что, друзья мои, снова всем привет. Продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Вот у нас и закончился турнир Лига мастеров. Так, ну понятно, сюрикены, Леонардо ролевой 50 ДНК, золотые осколки. И вот они, самые сочные наши платиновые осколочки. Так, давай сразу приступим. Турнирная арена, ребята, разыгрывается Микеланджело ролевой на испытаниях. О да, вот это то, что нужно, ребятушки. Единственная проблема, что сыра у меня нету. А так было бы прикольно. И к тому же еще и черепашья буря. В общем, как сегодня. Не сегодня, а на этой неделе, ребят, для меня так это прям подарок судьбы какой-то. Вы прекрасно понимаете, что вот это мне нужно. Почему? Потому что здесь Пит и Роквелл, а это два персонажа, которых нам не достает для полной, сказать, коллекции. Ну что же, сегодня в любом случае у нас турнирная арена, как ни крути, с одним откатом. Ладно, он нам сегодня не понадобится здесь. Как говорится, на первой волне, точнее на первой проходке он нам не нужен вообще. Так что давай, поехали. Начнем. Получается, что сегодня у нас будет только лишь арена. Возможно, да, ребят, зря я перед этим, конечно, слил весь наш сыр. Ну, я хотел, понимаешь, получить нужные нам элементы. В принципе, я один элемент получил. Ладно, что сделано, то сделано. У нас, кстати, не так уж и много нужно ДНК на Рокула и на Пита. Где-то около 50, по-моему. Ну, могу, конечно, и наврать, потому что точное число я не помню. За эту заходку, конечно же, мы их не получим. За эту заходку и на этой неделе, я вот в этом плане имею в виду. А не за одну заходку. За одну заходку, конечно, ты ничего не получишь. Так, ну давай. Оп, минус краечка. Давай своим супер посохом огненным. Смачно ты их, Донни, шинканул. Как ниндзя истинный, да? Только не сюрикенами, а почему-то огненными фаерболами. Так, ну давай дальше смотреть. Так, 11-12. Давай-ка мне 12-13. Ну это, наверное, роскошь для меня, конечно, будет. А хочется, ребят. Ой, как хочется, если бы только знали. Вчера съел баночку, ребята, печени трески. Пол-литровую. Как же мне плохо стало, а? Я думал, отдуплюсь. Нельзя, ребята, столько жирной пищи есть. Нельзя. Так, ну что, давай, наверное, сделаем сюрики. Чу-чу-чу, какие сюрики, это звездочки. Так, не понял я. Ложись спать. Стоит она мне там. И побежали дальше. Так, ну что, уже элита, это радует, ребята. Это радует, но продвигаемся все равно пока медленно. Хочу посмотреть, дадут ли мне. Дают. Дают 12-14. Раз, два, три, четыре. Но бойцов пока 4 штуки. Хочу, чтобы было 5. Стоят. Это такой здоровый, да, ребята? Мне вот почему-то Рокзар, ну, Крис Брэдфорд, который, конечно же, становится Рокзаром и Острозубом, мне нравится он больше все-таки в форме Острозуба. Почему? Ну, потому что он действительно похож на провокатора, на танка, да? Такой мощный, здоровый. А когда он Рокзар, такой тощий, как, я не знаю, как высохший пес. Вообще, ребят, некрасиво смотрится. Так, ну что, давай посмотрим. Дадут мне 12. Конечно, лучше бы хотелось бы получить 13-15, но что-то говорит мне, что нифига ты Рей не получишь. Блин, обидно. Слушай, может, получу все-таки, а? 12-14. То есть, ты понимаешь, 13-15 это должно говорить об одном, что здесь должно уже быть 5 персонажей. Не 4, а 5. Не дадут. Не, ребят, не дают они мне. Не знаю почему, вот обламывают меня просто и все. Просто обламывают, в наглую. 4 персонажа, мы раньше с тобой то быстрее как-то бустились, да? У нас, по-моему, на 5-й ходке уже было 5 бойцов. А тут до сих пор 4. Рандом какой-то, ребята, сущий рандом. Я не знаю, уже задолбался с этим бороться. Да и бороться-то, в принципе, бесполезно. Ну что ты тут сделаешь с этим? Ты же не запрограммируешь игру никак? Нет, конечно. Вот что она тебе выдает, тем и довольствуйся. Еще сказать должен спасибо тебе, игра, что вот так вот ты мне сделала. Поклониться в ноженьки.
Так, ну вот, вот видишь, сразу, ребята, 13-15. Ну, видимо, какой-то алгоритм стоит там никудышный. 13-15, я искал, не мог найти, только перешел. Сразу хоп, видишь, началось. Так, ну здесь что мы сделаем? Ну, давай, наверное, водяной пистолет. Сразу в минус. Не, вот водяной, по-моему, да? Фиг знает, где тут... Где тут водяной, у кого пистолет? Так, этот не выдержал, ребята, напалма. На. Сожгли всех. Да, дрон не выдержал, ребят, когда дрон полетел. Дони просто развалился. Элита 3 звезды, отлично. 53 место. И опять они мне дают 13-15. Вот. Вот, совсем другое дело. Раз, два, три, четыре, пять. 13-16. То, что надо. Ну что, давай. Лапекс. Чух. Вшивенько, вшивенько это было. Надо вот этого, наверное, вырубить, потому что я не знаю, что он сейчас будет еще хилять тут. Не дай боже. Теперь осколками. На. Так, вот этого, наверное, все-таки накажем. И этого добьем. Клюшки свои. Как он вообще звезданул, ребята. Ой, не завидую я, конечно. Представляешь, клюшкой по хребту. Помню, в детстве играли в хоккей во дворе. Бывало, упадешь за этой, за шайбой, и тебе так, слегонцушки, клюшкой по башке там. Ну, не по башке, там по плечу, по руке. Ты охреневаешь просто от этой боли. А тут со всего размаху тебе на клюшке, ты представляешь? У, жесть. Так, ну что, бэмс. Причем интересный факт, ребята, мы в детстве, когда играли, в основном играли во дворах, не было еще такого, знаешь, там, как бы были стадионы, но предпочитали во дворах, так как мы были еще мелкие, родители же должны как бы нас видеть и все время смотрели из окон, где мы там гуляем, надели ли мы шапки, ну, ты знаешь, да, это вечный контроль родителей, и мы играли во дворах, раньше не было столько машин, как сейчас, поэтому дворы были такие полупустые, вот. И этот, к чему я сказал? Я сказал к тому, что в хоккей в детстве играл, а на коньках до сих пор не умею кататься, прикинь. Так и не научился, ребят. Так и не научился. А в хоккей играли как? Ну просто, ребята, бегали. Просто бегали. Надеваешь ботинки и бегаешь. Там не было льда, там просто была, ну как сказать, заснеженная площадка. Клюшки, шайба. И вперед гонять. Как говорится. Но прикольно было, раньше было весело. Раньше, ребята, молодежь, она гуляла. Она действительно была на улице, она что-то делала. Я не спорю, не было очень много вот этих каких-то клубов или еще чего-то, где могла молодежь отдохнуть. Поэтому всегда большая их часть сидела то по подъездам, то еще там где-то. По крайней мере, у нас так было. Вот. Ну, в основном, конечно, гуляли. Сейчас, сейчас это большая редкость, ребят. Сейчас в основном, вот я смотрю, даже мои дети, ну, слава богу, они сейчас поступили, учатся. Но они либо сидели дома за своими планшетами, гаджетами, ноутбуками, ну, сам понимаешь, да? Их тяжело даже в магазин отправить что-то там купить. Ты понимаешь, до чего вот нынешнее поколение вот молодежи как бы вот такое вот неподдающееся. Неподдающиеся, ребята, хотел сказать, дрессировки, ну, воспитанию, скажем так. Хотя, опять же, я тебе скажу, все зависит от родителей. Если они все спускают на самотек, то, конечно, здесь ничего хорошего не будет. Но также и нельзя нагнетать обстановку. Если ты постоянно будешь долбить своего ребенка каким-то вот, то он просто восстанет против тебя. Пытались мы такое провернуть уже, я тоже помню. Настояли на своем и думаешь, что мы так прекрасно понимаем, что делаем мы это во благо, да? Но ребенок это воспринимает все наоборот в штыки. То есть, чем больше ты на него нагнетаешь, тем больше он этому сопротивляется. И сопротивляется он еще, ребята, как можно больнее для тебя, для родителя твоего.
ну, свой, для своего родителя. Ну, и это от имени ребенка, если, да? То есть, чтобы от него отстали. Показывает свою состоятельность, или как сказать. Ну, что он типа такой вот взрослый, и ничьи советы ему не нужны. Надеюсь, я дохучего объяснил, хоть и, конечно, не в попад, и нет тут как бы последовательности, но я думаю, что всем понятно. И почему я это говорю вам? Ума этого не приложу, ребята, опять. Вот заметил, вот как начинаешь играть, тянет на что-нибудь пофилософствовать, понимаешь? Типа разбавляем контент своими, так сказать, мыслями, которые иногда просто периодически закрадываются в твоей голове и, видимо, копятся, 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 а потом находит такой период, когда ты их просто высказываешь. Вот. И сам не знаешь, нужно ли это кому-то или нет. Ну, наверное, это нужно больше всего мне. Мне просто хочется иногда высказаться. Вот. Ну-ка, давай попробуем. Пэмс. Нормально. Хоть он еще и не прокачан, этот удар у нас, да, максимально, но для полтинничков это, я тебе скажу, пойдет. Такой урон. На. Так, что-то мне не нравится вот это все. Кошка морозильная. Я смотрю, ты уже там собираешься хильнуть. Да что ты, ну ты посмотри, какая это муха, а. Какая она слабая со своим вот этим ударом. Она на 10 уровней была больше и круче, да. И все равно ничего не смогла. Там нанесла такой мизерный урон. Ребят, мы уже в Лиге Сёгунов. Мы уже в Лиге Сёгунов. Быстренько, кстати, я тебе скажу, идем. Относительно. Так, 15-19, я так понимаю, двадцатку тут. Тут двадцатку не получить, по ходу дела. Ладно, шиш с вами. Че я буду тут с вами выпендриваться, что ли? Нет, конечно. Так, у нас пошли 70-ники. А это говорит только одном, ребята, что наши пошли мощные бойцы, а мы только лишь до сёгунов дошли. То есть там, ну, максимум получается 3 поединка где-то. Нет, максимум получается где-то 5 или 6 поединков. Но мы-то в Лиге Сёгунов одна звезда всего лишь. Ну, давай полтинник. Так, 47 место, нормально. То есть, я так понимаю, что стандарт будет, да? 15-20 мне здесь не дадут, а будет стандарт. Дают только ниже. Ладно, шут с вами. Возьму Леонардо и... Ну да, да, где-то еще там 3-4 поединка. Это в лучшем случае. В лучшем случае, короче, мы дойдем до сёгунов 3 звезды. Это максимум, что сегодня нам светит. Да и не только сегодня, это вообще нам светит. И в следующих играх, по-моему. Я, конечно, не теряю сотое место. Я не теряю, конечно, надежды, ребят, на лучшее, но ты сам все прекрасно видишь. Тут я вылазю из кожи вон. Хочу как можно лучше сделать. И как лучше, оно не получается. Оно получается как всегда, по стандарту. Как по какой-то копирочке, понимаешь? Да. И все бы хорошо, если бы не было так плохо, да? Ладно. Ну вот, еще круче. Так, поехали. Ну, какой ты... 50-й дальше, нет, 59-й дает место мне. 59-е. Ну дай мне 16-21. Балалайку тебе. А во, есть, есть, ребята, дал. Раз, два, три, 4, 5. Ну что, кибодача, зинкуц, удачи, да? Давай, наяривай. Хоп-хоп, налево-направо, на. Тыдыч. Красиво. Красиво добил. Ну вот, смотри, видел, да, этого Рокзара. Какой же он противный. Так, 20-й. Ребята, что-то вообще резко-резко пошло у нас понижение по кубкам. Очень резкое понижение по кубкам пошло. Специально гаденыши так делают. А тут у нас шиш, да не шиша осталось-то. Все, там один последний поединок. Супостаты, а? Стоите? Ждете? На тебе.
Давай, Супер Шреддер. Давненько я тебя не видел в деле. Как всегда, неповторим. Идеальная победа. Ну, вот, ребята, я говорил, Сёгун 3 звезды, это максимум, что нам светит. И даже не дают, представляешь, они даже не дают мне 16-22. Они мне дают результат предыдущий до повышения, ребят. Ты прикинь? Ну вот как вот можно так играть, а? Я уже пришел в новую лигу, они мне все дают, все по-старому, а? Ну, жуки. Ладно, друзья, последний откат. У меня даже... мне даже не хватает на фул. На фул отряд. Последний откатик свой потратил. Ладно, вчетвером тоже можно победить. Тем более тут зебестовские бойцы. Вот и все, ребят. Че он там рассчитывал, потирал ручки? Что, думает меня выиграть? Нет, конечно. 53-е. Буквально, ребята, двух поединков нам не хватило до перехода в Лигу Мастеров. Двух поединков. Ну что, в принципе, нормально все, ребята, получилось. Ждем наш сыр. И будем уже проходить вот это вот испытание. Я думаю, полностью проходить не стоит. Вот дойдем до сюда, где Роквелл. Хотя здесь, по-моему, тоже они фармятся, если не ошибаюсь. В общем, посмотрим. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.